Именно. Тони Старк на минималках. Как бы я же не говорю, что типа это что-то не то. Нет, просто некоторые думают, что сёмга есть отдельная рыба такая. Есть отдельный лосось, а есть сёмга. А сёмги на самом деле нету. Это один лосось. Просто название другое. Всем привет. Сейчас мы попробуем с вами и оценим. Ну-ка. Значит, у нас сразу несколько будет видов. Несколько продуктов. Значит, у нас будут сырные палочки. Не, он просто вот так голову сделал, лишние волосы спали. От империи пиццы. У нас будет... Надо это он тоже империю пиццу сейчас ел, да? Да. Так, как называется это сейчас правильно? Там, походу, тоже вместо сливочного сыра будет майонез. Только застывший. Тирамису. Это десерт. Тирамису. Первый раз такое вижу. Тирамису. Вот. Тираниды. Да, он тирамиды себе заказал. Тирамису в керманке. О, пипец, первый раз такое вижу. Сырные палочки, тирамису и ролл Калифорния с угрём. Во. Значит, прежде всего мы попробуем палочки, потому что они горячие еще. У меня еще суп сейчас горячий. Поэтому я хочу в первую очередь попробовать палочки. Сам он человек. Чтобы... Хо-хо. Такой... Вместе с супом, а ролл уже на потом, и десерт потом, потому что они все, им можно, их не обязательно есть горячими. Вот. Сейчас я все тут установлю, значит, сырные палочки. Походу. Так. Первый раз тоже покупаю, ну все, короче, первый раз. Первый раз, как в первый класс, типа. Блять, и снова эти мятные, блять, таблеточки, и снова этот дилдак в углу. А СП что такое? СП? Ну... Сырный палочек. Хотел кинуть донат Гуфовскому, но и так сойдет. Бля, спасибо за сотенчик. Сотенчик. Большое спасибо всем тем ребятам, кто кидает донутики. Вы такие все сладкие. Вот они упакованы в такой коробочке. Да реально, мы как будто уже там сами живем. Вот это же, ну, не знаю, что это там у него стоит на заднем плане. Портсигар. Клёвые таблеточки, чё ты. Да клёвые-то клёвые, просто у него в каждом видео мелькает. Ну, сейчас деревянные палочки есть начнёт. Надеюсь, что нет, ребят. Надеюсь, что нет. Спасибо донутерам. Короче, ребят. Короче, ребят, ещё несколько донутов, и мы после этого ролика будем смотреть выпуск именно, ну, на НТВ или где там были. А ну, блядь! Про хату Толяна. Свинки, будете орать? Не орите. Так, блядь, не орать. Значит, что это у нас такое? Ножку пытаюсь сделать. Короче, все, я закрываю. Я закрываю свиней, чтоб спали. Все, дрыхните. По ночам нет? Они спят. У них сейчас просто время началось. Ну, время для тусовки, поэтому они орут. Все, не тусоваться, спать. Ёши тоже спит. Все. Не, спасибо. Ебать, он открыл. Сейчас я сразу прочитаю, чтобы мобильник из руки выбросить, короче, вот. И чтобы у меня руки были свободные. Вот. Вон они там внутри. Значит, сырные палочки это сыр Гауда и сухари панировочные. То есть это просто, короче, с панировочными сухарями они сделали, ну, как наггетсы делают, как, значит, на этих панировочных сухарях, во. Значит... Сколько? 5 палочек сырных? Это он сколько за них заплатил? Вот сколько, ребят, по-вашему, стоит вот 5 палочек, блядь? Ну, блин, 150. 150, блядь. Ну, мы с тобой в БК брали палочки сырные. А, ну, там же дешевле куриные было. Брали. Ну, там же дешевле стоило. Mm-mm. И то там куриное, то я даже не знаю, что внутри. По 200 рублей. 300, блядь. Нет, 150, мне кажется, 100-150, ну... Давайте узнаем. Значит, палочек тут мало, видите сколько? Значит, тут написано, что тут вес 130 грамм, и стоят они... Тихо, тихо. 230 рублей. 6? 230 рублей за 6 палочек с сомнительным содержимым?
майонез внутри. Это очень много. Это просто пипец какой-то. Давайте, ну вот они вот так вот выглядят вблизи. Я решил купить, попробовать, интересно же. Сейчас я откушу. Кусанул, не увидели, блин. Ну, сыр, походу. Ну, ты квадратики сырные жрал. Сколько они стоят, такие все? Тут их подушечек, 5 подушечек было. Там соточку стоило с чем-то. Ну, вот. Ну тут 230. Ну, что это за вот фирма Империя Пицца? Не знаю. В принципе, 230 рублей. Это очень дорого. Для таких вот, для такой маленькой порции, да? Вот. И на вкус они не очень. Вот я сразу сказал, вот я сейчас откусил. Ну, обязательно попробовал. Так сделал. На вкус они не очень. Но я взял это. Ну, мы 5 брали, вот я помню. Похоже на бавырсак. Они бавьоны вот сырные, вспомни, мы брали. Схватили. Они также стоили с чем-то. Тоже где-то 100 с чем-то. Ну да, сыр с майонезом. Это похоже. Сырные палочки. И я к ним взял сырный соус. Кошмар лактозника. Сейчас мы попробуем это все сырным соусом Хайнц. Да. Потому что, раз уж палочки сырные, сила, да, открыл. То, соответственно, нет ничего лучше, чем пробовать их именно сырным соусом. Вы знаете, что сейчас будет самое противное? Если он сейчас такой показывает, а он всего лишь соус облизал с палочки. И такая палочка блестит. Угу. Совершенно невкусные, абсолютно пустые, никакого вкуса в них нету. Я, наверное, единственное, что мне понравилось, это сама вот эта панировка. Вот она очень приятная на вкус такая. Вот, вот она прям чувствуется. Вот. Немножко есть вкус сыра. Чуть-чуть слегка присутствует вкус сыра. Облизал и мамке оставил. Панировку слезал. Ну, ему же панировка понравилась, а это нет. И вот в итоге он, ну, дубовая панировка лучше. Да он сам панировки добавил. Понимаете, он яйца почесал, потные свои, они засохли. А так и таким слегонца аристократическим блеском, скорлупкой. И он покрошил их. Для вкуса. И получились очень даже, ну, действительно сырные палочки. Тем чуть-чуть, но из 10 баллов это, ну, на 1 среди балл. Среди нас богач! Вынесу свою лепту. Большое спасибо за 500 рублей. Ты прям... Ты внес свою панировочку на этот стрим. Большое спасибо, это действительно очень приятно. Спасибо, очень приятно. Прям. Спасибо, Эндер. Даже, ну, можно на двойку натянуть. Все-таки небольшой привкус чувствуется. Сыра, панировка вкусная. На двойку. Но не больше. Я, к сожалению, я думал, что будет хороший вкус сыра у них. А на самом деле тут абсолютно ни хрена никакого вкуса сыра практически нет. Я говорю, нет. Там майонез вот. Не зажарили, значит, и все. На этом мы заканчиваем первую часть. Пробование сырных палочек. Сейчас я видео остановлю, съем суп, пока он не остыл. И дальше включу запись. А суп, уже... суп тоже обозри, давай. Ты пробовать. Ну все равно, пусть расскажут. Ролл и десерт. Вот. Так что сейчас продолжим. Что-нибудь сказали про суп? Пожаловались, то что, ну... Его. Пока рабосистеме работали, все в школе только в день кушать ролл с угрём, при этом нигде не работали. Не это ли признак успешного человека? Повар-кондитер не знает, что такое тирамису. Это же мой любимый канал «Липкая сиська». Толя заходит с сырной палочки, уходит шоколадный лайфхак, ёпта. Должен буквально через секундочку. О. Вот тирамису. Эта штука называется тирамису в тирамису в креманке. Эти два слова для меня вообще
как летающая тарелка выглядит она, да? Приманка? Да. Вот. Настоящий кондитер, как бы, знаешь. Кондитер, который лепил пельмени, ну, вот так вот. Это как мороженое, короче. А, ну вот. Да. Эти два слова для меня совершенно новые. Тирамису с приманкой. Приманка Натальяна. Кондитер пельмени. Ну, реально же. Кондитер, который лепит большие пельмени, не знает, что такое тирамиса и приманка. Но лучше тирамиса, чем грифон. Золтан, блять. Геральт. Ну. Тирамису в приманке. Вот, я не знаю, что это значит. Вот. Ну, описание такое. Пропитанный кофейным ликером бисквит. И нежный крем сыра. Маскарпоне. Вот. Типа это состав, наверное. Вот. Маскарпоне. Тирамису. Коппа. Во, видите? Сейчас, блядь, сатану вызовет, блядь. Тирамису. Тирамису. Маскарпоне. Коппа. И тут Симонов нахуй. Да-да, не удивляйтесь. Такая штука тоже Е50. Там тоже мазик будет. Сука. Вот. Справа налево читает. Мусульманин просто. Ну, как бы коврик для намаза выделил. Значит, эта штука очень дорогая. 100 грамм стоит 230 рублей. Я тебе говорю, что за херня? 6. За сатен вот. Можно было пиццу не взять нормальную, вкусную. Ёб. Я же говорю, блядь, будет улететь. Это московские цены просто, вообще. Наёбывают москвичей. Это московское говно, да? Тут, короче, вот на разных языках. Я на самом деле даже её... Ля, котёнок. Ля какой. Кися. Кися в ахуе столяна. Открывать не хочу, блин. Такая красота. Но придётся открыть. Мы же делаем обзор. Мы для обзора мы все открываем. У меня поехала бабушка делала сметанник из майонеза. Нормально. О, очень легко, кстати, открылось. Простым нажатием. Ну, сейчас узнаем. Тем. То есть, реально как летающая тарелка. Там за креманку, по запаху похоже на мороженое какое-то. Короче, ребята, империя пицца говно. Ну все, вот мы делаем... Я ни разу не пробовал, но я уже по роликам Толяна понял то, что империя пицца говно. Еще плюс наебщики вдобавок. Все. Штурмуйте сайт империя пицц. Пишите гневные отзывы. Так. Жалуйтесь на тирамису. Сейчас узнаешь, он зачерпнет на тебе пушку. Капну. Да, да. Мне вот эта шоколадная панировка понравилась, а вот все остальное нет. Тирамису в креманке. А роллы потом попробуем. Я после этой штуки, наверное, роллы не захочу есть сразу. Ну, я потом попробую. Блять, ну сладкое в конце надо кушать. Ну, Толян, десерт на первое, суп потом. Попробую просто. Я... Пока десерт не съешь, суп не получишь. Видео совмещу в одно. Съел, сейчас да. Я сейчас... Эта штука, наверное, очень сладкая. Не пери майонез. Я себе сделаю кофе и вместе с кофе попробую. Давайте в середине копнем, да? Да нахуя середину, вот, такую блядь, дырочку сделаю. Дурак! Там печенье внизу, блядь. Так он же не знает. Подожди, а почему оно как творог? Оно же должно мягким быть. Это же воздушно. Там, ну... Оно как это... Как крем должно... Что за хуйня? Походу, это реально, это не тирамису, это тирамису. Не, ну а он как творог его копнул, он же мягкий должен быть, блядь. Ну реально, он такой, нет, оно масляное пиздец. Так майонез же! Опять наебали. Не, кстати, я сколько, тирамису ел? Тирамису. Тирамису, я уже дебилом становлюсь. Я, помнится, в Турции ел тирамису в пятизвездочном отеле. Это как бы, я говорю, что тирамису, значит, скорее всего, было, ну, около натуральным. И оно реально по другой по консистенции было. Да нет, ну просто как бы в настоящем тирамису там, получается, печенье с вайарди кладется, ага. Которое окунают в кофе с коньяком.
и на него вот этот крем сверху. Как бы смысл, ты даже, ну, Диана, донизу зачерпнуть, чтобы хотя бы посмотреть, что там внутри находится. Ты просто сверху хуйню так. У меня есть предположение, то, что он, короче, сейчас все это съест и подумает, ну ты печеньку обнаружит в подарок ему к тирамису. А если ее там нет? Ну, значит, это, ну, короче, подзалупную брынзу Толяну с майонезом наложили. Ну, опять же, оно же должно быть мягким. Помнишь, вот мы брали, оно мягкое. Оно нежное должно быть. Да, именно такое вот, ну, как белковое такое. Оно реально на масляный крем похоже, знаете? Вот есть же на дешевых тортах такие, знаете, масляный крем такой жирный, такой противный. Вот это, походу, вот это. Может, реально творожный запеканка? Походу, реально его наебали. Давай-давай, я тирамису сделаю. Мухи прилетят, и мы их убьем. Давай-давай, тирамису. Выписывайте мазик. Попробуем. Очень... Он мороженый рожок Кит-Кат обозвал, даже до вафли не доел. Сказал, что только шоколад Кит-Кат торчащий середины можно 8 баксов. С мороженым один лепил. Я посчитал, что надо заглотить весь рожок для выдвижения полного вердикта. Так вот, мое мнение, мороженое вкусное, вафли хрустящие. Чем дальше его ешь, тем вкуснее становится. Ну, все довольно спорит цена этого рожка. 107 рублей в Красноярске. Сколько у нас красным белым стоит? Где-то около, ну, может, 60-70 вообще. Потому что мне очень нравится мороженое Кит-Кат. Настя, не даст соврать, я часто в свое время данный рожок брал. Оно мне очень нравилось. Мы в банках брали, когда партии видели. И холодное, как мороженое прям. Ой. Он холодное, как мороженое. Почему оно холодное? Оно должно быть именно не заморозки, а вот именно такой температуры где-то 3-4 градуса. То ли мы тупые, то ли я... Ну, потому что это вот такая температура, когда вот молочка, она не замерзает, она остается именно холодненькой. Она по консистенции должна напоминать пудинг примерно. Да, вот. Да, да, это как раз вот 2-4 градуса. И оно это как, знаете, вот я очень обожаю шоколадный пудинг. И вот если бы шоколадный пудинг был такой по консистенции, я бы начал что-то подозревать. Может, он его в морозилке... Блять, а может, он реально подумал, что это мороженое его в морозилку засунул, пока суп ел? Так вы что думаете, он там 2 часа суп, что ли, жрал? Ну, я не знаю, что у него там за морозилка. А, ну хотя да. Ну, в принципе... Ну-ка! Вкус обычного... Вот этот вкус похож на вкус пломбира. А вот там вот, видите, вот это черное? Это должен быть бисквит. Сейчас попробуем. А ну... Хотя бы до бисквита, блядь, докушал. Угу, да. Явно он макаронки 30 минут ел. Ну, хотя да. Прям один к одному. Я вот решила из середины копнуть, да, еще раз. Да, бисквит. Белое, как пломбир мороженое, а черное это бисквит. Угу. Вкусная штука. Один бак спустя уникальный случай положили печеньку в тирамису. Звоню в империю пиццы, жду объяснений. Я бы не сказал... Почему он не помыл упаковку с тирамису? Главное, что тебя кондитер не назвали. Мне батя так говорил, что если тебя кондитер назовут, то все, у тебя до конца такая кличка будет. Почему он далеко в тирамису? Ну, чтобы как в американцы в пироге сделать, как говорится, до начинки добраться. То, что она стоит 230 рублей, да? Ну, что это как-то очень дорого. Для такой маленькой коробочки. Понимаешь, это просто, вот, ну, блядь, это пироженка сраная, бисквит и какой-то ебаный крем. Рублей 100 я бы ей дал. Ты понимаешь? Это да. Тирамису, блядь. Империя пиццы, короче, ребят, сенсации. Империя пиццы все продолжает наебывать Толяна на доллары. Он только что, по сути, отдал 400 рублей на нихуя. Нет, ну реально, 200 рублей за эту пироженку, это ну... Он реально, он 400 рублей в нихуя потратил. Буквально в нихуя. В принципе, думаю, нормально. Деньги. Я тут хочу посмотреть, тут... Реально, пятерочки тирамису, блядь, тирамису будет, ну, повкуснее, мне кажется. Мои коробки, потому что там у них в описании написано, что 100 грамм всего. Но тут, я смотрю, много Е, всяких 450, 330, 150 А, 420 И... 440, 401, 471, короче, тут 400 рублей на мороженый мазик с говновой палки в панировке.
Сестра, нифига, можно подешевле нормальную купить? 400 за майонез. Нет, ну просто понимаете, что за 200 рублей, ну, можно какой-нибудь кофейни тирамису взять. Да. Как бы с нормальным кофе попить. Ну, как бы, я знаю, что там в Москве кофе подороже стоит, но это именно вот, которое тебе приготовят. То есть это не какая-то херня будет, да, там, ну, как готовый продукт, а именно сами они тебе сделают там в кафе. Фига в составе. Все остальное не на английском языке, а на каком-то непонятном. Вот. Короче, в принципе, штука вкусная, но ничего уж такого особого во вкусе нету. Как будто бисквит с мороженым пломбиром. Вот. Я бы из 10 баллов где-то, наверное, баллов 7 бы поставил. В принципе, достаточно вкусно, но на десятку точно не находится. Как я выразился странно. Он по-своему кушает, понимаешь? Чтобы потом, например, маме отдать, блядь, а не середину расковырял. Он, понимаешь, он как бактерия, он пожирает середины. Паразит, блядь, с мамой живет. Он как червяк в яблоке. На десятку оно точно не натягивает. Баллов 7 можно, ну 8, не знаю. Если вы любите бисквит, пломбир. Я не трогай уже. Нет, он сейчас начинает разминать его. Чтобы рыхлым было, да. Скажи спасибо, что он никак паук не блюет на него, чтобы потом оно все это высосать. Я не играл вообще в борду. Я даже не знаю, стоит ли мне играть в третью борду. Сейчас такой хайп по третьей борде. Я, ну, я как бы не испытываю поэтому никаких эмоций. Я посмотрел на него особо. Вот что у нас там в геймпассе было. Ну да, не знаю. Я к этим вещам параллельно отношусь. Я особо сладкое такое не люблю. Поэтому мне как-то пофигу, вкусно и вкусно. Но я говорю, ну, очень я дорого. Поэтому, ну, раз в год там можно себя побаловать, да, попробовать поесть. Я сладкое не люблю. Это самая ложка из пельмени ланчелот. Возможно. Его больше не испортить. Но он как неандерталец. Это у него палка-копалка. Но, тем не менее, за такую цену. Не, просто, в принципе, ну, я-то ковыряешь середину, да? Могло быть бы и повкуснее. Сначала половину отдели просто, вот, ну, сначала возьми, так копни. Он такой, нет, понимаешь, нет, я буду есть середины. И пока буду говорить, я буду еще ложкой ковырять, все это переворачивать. Потому что обычный бисквит можно сделать самому спокойно. Обычный пломбир мороженое можно пойти купить в магазине за 20 рублей. Ничего такого сложного в этом нету. А эта штука же здесь, короче, очень дорогая. Не, не стоит оно того. А то у мамки достает мешанину. 7 баллов? Да. Из 10? Я говорю, почему нельзя, например, ну... Это все, что я могу поставить, самое максимальное. Убрать там какой-то нужный, например, ну, отложить, если там часть какая-то не нравится. Убрать, выкинуть там, например, да, какой-то кусочек. Нахуя ковырять середины, блядь? Ты же все равно потом жрать это не будешь. Настя же говорил, что у него какой-то нервный тип. Он постоянно ложкой шкрябает или вилкой. Во, кстати, да. Ну вот. Харкни еще туда и перемешай. Все. Теперь я достаю роллы, пробую. Тупо шарнутер. Пока закроем. Мне интересно, как он сейчас роллы есть будет, ребят. Готовь, сейчас походу будет шоу. Это даже еще не половина ролика прошла, ребят. Это летающая тарелка. Это правильно, я называю Толяна дебилом, пиздануть мне иногда его хочется за то, что он такой дебил, но мне его жалко прям капец. Он роллы будет сбоку откусывать. Отправляется к себе в свою галактику. Нам она тут не нужна, такая дорогая. Все, на этом эта часть заканчивается. Сейчас перейдем к роллам. Буквально через секундочку. И вот у нас... Нет, ну будет сырный соус макать. Ролл называется «Калифорния с угрём». Значит, что тут у нас в составе? Угорь. Я, кстати, с угрём, по-моему, никогда еще не пробовал роллы. Роллы в спаге. А пацан заказал горячие роллы. Не, пацан реально заказал горячие роллы, и пока вот зажрал суп, десерт, блять, роллы уже там сдохнуть успели. И пробовал, но это было один раз, и как... Стружка, это кунжут. Да. Это давно, и я даже как-то особо угорь не почувствовал. Там поможет? Да. Вот. Я не помню. Короче, значит, вот у нас
Калифорния с угрём. И вот я уже приготовил соус. И уже в него я васаби. Не знаю, видно, нет? Соус, когда с... Как на записи будет видно. Соус, когда с васаби, он такой светлее. То есть обычный вот соевый соус, да? Он темный. А когда добавляешь васаби, то он светлый. Светлее немножко, вот. Значит, я как... Ну, донышко пошкрябал, самые вкусные шкварочки соевые с васаби. Когда ем роллы, я всегда... Вот они в Империи пиццы, в Империи суши, они дают вот этот пакетик соевого соуса, да? Тут 50 грамм. И дают пакетик васаби, там 10 грамм. И до столяна. И вот пакетик с васаби, я его уже весь выдавил, выкинул. Вот, пакетик с васаби. Ну, вообще, как бы, говорят, это вкусно. Не, я сам как бы так делаю, когда в тех же самых суши-барах мне вот эту вот, ну, кокульку с васаби высирают на тарелку, я как бы беру вот эту хуету и кидаю соус, размешиваю. Потом, когда макаешь, как бы вкусно становится. Мне кажется, я единственный человек, который ни имбирь, ни васаби, блядь, не жрёт. Ну, да. Вот это вот остается у меня. Стоп, помыть роллы разве не надо, Толя? Помните... Я коптерщиком был на военных силах, потом я специально к нему, так вот я сейчас в морском училище опять коптерщиком стал. Сижу себя на казенных вещах, отдыхаю по УБУ. Проебываю, наверное, строевую подготовку и прочую, звоню. А еще сплю, когда хочу, могу пивко пить иногда, потому что ключи от склада только у меня. Да, красава. Красава. Он сейчас возьмет троллу посыпку выкинет, причем посыпет невидимой солью. Аби. Весь выдавливаешь сюда, соус получается очень вкусный, очень острый. То есть как раз, то есть они, видите, как вот раз повесил. Вот я только что, перед тем, как включить запись, да. Часть видео на роллы. Ну не знаю, мне васаби кажется острый, а имбирь каким-то вот приторный. Я вообще сама имбирь не люблю. Сбрасывать вкус прошлых ролл? Ну типа перебивать, как кофе. Как кофе в парфюмерной, я не знал про это, я думал, это для вкуса делаются. Бред пути. Не, мне аж интересно стало, слушай. Надо сходить. Бля, я в следующий раз возьму это на заметку. Убирает послевкусие. The more you know, как говорится. Реально, the more you know. Большое спасибо за инфу. Я аж прям охуел. Аж поумнел, да? Угу. Включить, да, запись? Я васаби уже весь пакетик сюда. То есть острый у меня соус уже. Нет, мне не нравится. Я просто горячий люблю. Васаби вместе, соевый соус. Вот, сейчас будем пробовать роллы. Значит, а вот, то есть я с угрём, в принципе, ел как-то давно, я уже даже особо не помню. Вот. Сейчас, значит, Калифорния с угрём, значит, в составе что? Угорь, авокадо, огурец. Я пробовал роллы, где в составе авокадо и огурец, кстати. И больше ничего. Вот. Тут у нас, значит, угорь, авокадо, огурец, икра, майонез и кунжут. Вот, то есть, вот. Мази, кстати, есть. Нет, спасибо, что вот напомнили, Unicorn Number. Последний раз ты ел пельмени с соевым соусом. Да, вкусно было очень. Это, кстати, очень классно. Чуть-чуть пельмени с соевым соусом полить и будет. И зелень. Короче, ребята, майонез в роллах есть. Все, ГОСТ соблюден. Все идеально. Осталось мазик еще в соевый соус добавить. Значит, роллы 190 грамм. Достаточно сытно, да? 240 рублей стоили. Блин, ну все у него по 240. Ну все по 240, блядь. Походу реально толяна на доллары объебывают. То картошку не доносят, то еще, то еще. Значит, давай сейчас коробочка. Во. То есть, видите, вот они посыпаны кунжутом. И, значит, тут у нас... Они, короче, и вот они какие внутри. Значит, я уже говорил, наверное. Ну, я в предыдущих видео, в принципе. Вместо, что, вместо сыра, что ли? Походу, там вместо сыра майонез. Потому что, ну, майонез обычно используют... Ну, вот мы видели, для запекания сверху. Майонез используют в горячих роллах. Его кладут сверху, и при правильном запекании майонез дает достаточно приятную корочку сверху, потому да, что он в небольшом количестве. Сыра. Если, допустим, запекать, да, мясо по-французски, то майонез разделяется на две составные. А вот тут, при правильном, майонез не варится, а запекается. Именно это прекрасно. В принципе, который я по Империи Пицц снимал на роллы, я говорил то, что я палочками не люблю есть. Я люблю есть, ну, или руками, или вот в данном случае вилка у нас, да? Вот, а в японском ресторане я, например, вилкой все время беру. Или ложкой, не знаю. Вот. Он шкрябает, как я уже сказал, на шкрябыши. Я люблю, знаете, как иногда вот, то есть не иногда делать, а вот всегда вот, ну, люблю, короче, так делать.
Нормально, ты понимаешь, это эстетично. Смотри, видишь, как прекрасно это. Вилку в соусе обмакнул и съел. Ну, то есть и в рот, и слезал весь соус. Очень вкусно. Очень вкусно. Острый соус. Меня аж передёргивает начало прям буквально. Знаете, он как будто только что в мою нервную систему харканул. Давай спокойной ночи, юникорн. Давай, юникорн амбер. Васаби. Во. У нас такая вкуснятина. Бля! Вот он. И он весь с икрой. О, видите, какой. Значит, тут мы увидим, тут у нас вот тут вот черненькое, вот это угорь, по-моему, да? Это нори, блядь. Авокадо и огурец. Вот это авокадо, значит, у нас получается нори, это огурец. А вот это вот черненькое, это угорь. Ну и, соответственно, красное, это у нас икра. То есть, получается, вот такая вот у нас тема. Ну, удобно, конечно, так вот вилкой. Но пальцами точно неудобно и некрасиво. И вообще да там даже нету, блядь, неэстетично. Блядь. Вот. То есть, смотрите, я как делаю. Его нужно брать. То есть, роллы. Ну, я все по-дурацки делаю, блин. Ну, я же не человек, я дурак, вот. Я, короче, все по-дурацки. Весь чат плюс просто пишет. Наконец-то он понял. Делаю. Роллы нужно брать палочками, макать в соус и потом уже есть. Вот. Но я или я беру руками, макаю в соус, ем. Но тут ролл с икрой. Это надо выдержку иметь, чтобы смотреть. То есть икра, она остается на пальцах. Правильно? Вот. Он берет руками, но он не может брать руками, потому что тут икра, и икра остается на пальцах. А вилка? Ну, а сейчас увидим, как он будет есть. Поэтому я как делаю? Вы, конечно, сейчас ёбнетесь все. Мы уже, Толя, мы уже. Удивление. Ну, я как делаю? Самый главный смысл, чтобы начинка пропиталась соусом, правильно? Ну. Правильно. Ну. Вот. Значит, я делаю следующим образом. Вот у нас ролл лежит, ну. Да? Можно его, конечно, положить отдельно и сделать то, что я сейчас делаю. Разрезать на 4 части. Все равно мы потом остальные роллы тоже будем же соусом есть. Поэтому ничего страшного в том, что я сейчас делаю, не будет. Мы берем соус и немножко соуса наливаем сверху прямо на начинку. Вот, если налить очень много, то ролл протечет весь вниз. Вот, но нужно налить чуть-чуть совсем, просто чтобы он немножко смочился, как бы, да? Вот, то есть получается такой же эффект, как будто мы весь ролл макаем. Соус. Так, аккуратно. Все, хватит. Сука! Блядь, как это... Я не знаю, сука, это, блядь, просто в жилы. Ох, у меня прям все нутро скукоживается от такого извращенства! Это невозможно. Это гастрономический ужас какой-то. Подожди, а сейчас их есть будет? Наверное, даже уже много, наверное, налил. Вот. И видите, весь соус, я вот это сейчас... Пытается каплю сошкрябать на ролл. Слежу вот это очень вкусно. Вот, и видите, весь соус у нас... Это как цветы, напоминает мне цветы поливать. То есть весь у нас соус пропитал, внутрь прошел и всю начинку пропитал. Но видите, я неаккуратно, я попал только на эту сторону. Нужно еще на эту сторону попасть. Блядь. Поэтому берем аккуратненько и капаем на эту сторону тоже. Я просто на видео записываю сейчас. Ну, тоже. Ну, в принципе, много получилось, наверное. Он снова не попал на ту сторону. Да? Ну, типа, он хотел, чтобы полностью ролл. Он попал на вот эту сторону и говорит, блядь, я попал только на нее, надо на вот эту попасть. Он снова налил, снова сюда все у него утекло. Как будто гуру смотрит. Наверное, много. Но тем не менее. Мне кажется, кашу маслом не испортишь, поэтому... Я думаю, что ничего особо страшного в этом нету. Теперь я беру этот ролл и... Целиком... Видите? Не нанизал его. Я ровно налил соуса. Бывает иногда, когда много наливаешь, то он протекает вниз.
Сейчас, видите, не протекло ничего. То есть весь соус как раз впитался в ролл. То, что нам и нужно было. Сейчас я это дело все вверу в рот, прожую и попробую. Дайте мне несколько секунд, чтобы его весь прожевать и пробовать, просмаковать весь вкус этот. И, блядь, и кунжут падает. Вкусно. Вкусно. Он похлопал? Он членом по столу похлопал. Он сбрызнул. Вот смотри, слушайте. Да. Он сбрызнул. Я чувствую сразу огурец. Почему столько негативнее на тренд? Ты понимаешь, что мы до этого все ролики смотрели, мы восхищались Толяна. Мы говорили, какой у нас эстет, аристократ. Но вот это извращенство. Ну, Толян просто такой, у меня есть особые вкусы, ты не поймешь. Вот, и вот он нас в красную комнату завел, блядь, где он, сука, роллы соевым соусом поливает. Я тоже боялся, что он сейчас все просто на роллы выльет, и я охуею. Почему нельзя нанизать на вилку и просто вот помакать его? Почему нельзя? Ты же все равно как бы, ну, будешь этот соус использовать. Мне кажется, его там наебали, там даже угря нет. Все-таки соуса мало, надо было еще капнуть. Точнее, налить. Соус немножко. Вкус соуса чувствуется, но совсем чуть-чуть. Я люблю, когда побольше. Вот. Мне кажется, в аду для сушистов им крутит этот ролик как пытку. В самом роли я чувствую огурец и икру. Угу. Угорь. Какой по вкусу угорь, я сказать не могу, потому что я его совершенно не чувствую здесь. Совершенно не чувствуется угорь. Ну так, в принципе, основном вкус очень приятный. Где-то баллов 8 из 10 я бы поставил. Вкусненько. Но единственное, то, что я не... мне не понравилось, то, что я... Угорь я этот не чувствую. Ролл называется «Калифорния с угрём». Вот икра чувствуется, авокадо чувствуется. Авокадо, кстати, тоже, да. Авокадо тоже не очень как-то. В основном чувствуется огурец и икра. Во. Это вообще не стоит, как будто тяжело человеку. Огурь, мясо угорь как-то не очень, вообще не чувствуется. Не то, что не очень, а вообще нету его. Ну давайте еще один сейчас попробуем для полноты, как бы, да, эксперимента. Все равно. Вот этот угорь, да? Да, это вот этот угорь. Там это нет угорь, авокадо, да? Это скорее... Да, видишь, он коричневый. Понятно. Ну я их потом сейчас, конечно же, всех все буду есть. Мы на этот раз побольше соуса нальем. Да. Жопку, где нету. Соевый соус даже не хочет это водное натяжение из жожи, блядь. Переходить, он не хочет наливаться. Ну вот так, наверное. Думаю, нормально. Слушай, это... От души налил соуса. Ну, видите, даже вниз немного протекло. Вот сейчас должно быть, наверное, нормально. Чуть-чуть протекло. То есть долили даже чуть больше, чем надо. Ну что, попробую еще один. Опять же, дайте мне несколько секунд, чтобы его прожевать. Жири, можете видео перемотать, наверное, на минуту вперед. Короче, я сейчас буду жевать. Когда я прожую и буду говорить свое мнение, я вот так вот палец покажу. Это значит, что я ролл прожевал и буду говорить свое мнение. Вот. Так что дайте мне его сейчас пока прожевать полностью. Тщательно. И весь вкус прочувствовать. Поехали. Он просто перемотал. Короче, сейчас соус нормально. Соус хорошо прочувствовался. Но все-таки то же самое хрень. Угорь я вообще не чувствую. Вообще. Ну хотя, знаете, вот сейчас вот, когда я уже весь ролл прожевал,
полностью уже. Я чувствую что-то такое рыбное. Все-таки, да-да, что-то такое есть. Угу. Небольшой такой аромат есть. Да-да-да, чувствуется что-то такое, морепродукт, такое вот морское, когда характерное. То есть крабы, креветки, они, у них свой своеобразный вкус, и тут тоже какой-то такой вкус чувствуется, да-да-да. Но он не основной, а где-то дополнение, как дополнение. То есть в основном чувствуется это вот огурец и икра. Авокадо как-то не особо даже. Тут еще написано... Интересно, у него есть еще обзор на роллы? Майонез, ну майонез вообще нету даже. Короче, вот. А угорь, да, чувствуется какой-то такой необычный вкус, но как дополнение. Короче, все равно, в основном, основной вкус очень приятный, 8 баллов из 10 ставлю. Вот, соуса сейчас я достаточно много налил, очень вкусно получилось, но, к сожалению, я угря особо не чувствую. Если бы угорь чувствовался получше... Если бы я мог точно явно сказать, да, вот это чувствуется хороший вкус. Например, я брал ролл с крабовыми палочками, там реально крабовые палочки очень вкусные были. Вот. Тут, к сожалению, угря особо не чувствуется. Если бы угорь чувствовался нормально, я бы поставил все 10 баллов. Но так, к сожалению, не особо, поэтому только 8. Вот. Все. Сейчас я чувствую... Али, что тут? Тут рекламу, блядь, в паблике одном, школу стримеров. И там скидывают в комментарии, спасибо, я уже, и там скидывают картинку, диплом долбоёба. Ты мне что-то уже насморк сейчас, я что-то не знаю, сейчас просто прохладно, у меня открыта форточка, вот. Сейчас хочу горячего кофейку налить, согреться, а то что-то я стал шмыгать носом, вот. Болеть это плохо. Поэтому, чтобы не заболеть, я сейчас пойду согреваться. Вот, всем вам дрочить пожелаю болит, приятного аппетита, тоже ни в коем случае не болейте. Вот, если чувствуете, что у вас тоже что-то такое с носом начинается, там, или с горлом, то сразу утепляйтесь. Вот. Ой, так что, вот, в этом видео мы попробовали много всего от Империи Пиццы, поставили оценку, очень вкусно получилось. Вот, и до встречи в следующих видео. Надеюсь, у него хватило ума больше ничего не покупать.